Работали от усилителя автомобильного. Сейчас где-то я им ватт, наверное, по 80 давал. Обе рабочие. Единственное, здесь немножко куполок замят. Но это не проблема, это пылесос, он просто отсасывается и все, трубкой самой, без насадок. Встает на место. Но, в принципе, это не мешает никак работе динамики. Все динамики, все живое. Два фазоинвертора у каждой колонки. От очень мощного центра МК-2, 3-9, как там еще там называется, Айва. Девятки. 150 ватт каждая колонка, если что. Самый центр мощный у Айва. Состояние хорошего колонка. Все живые, целые. Как-то так.